Блять, ну... Фанни Дота. Варлок против Тини. Какие у меня шансы есть? Лол, я вообще изи пизды дам на Тини. Я понял. Ну ладно, пойдем на мид. Слышь, да голды у тебя много, что ты ноешь, там ботл принесешь, обузить, не обузить, там все дела. Обузить, не обузить, там Вась-Вась, нет-нет. Опять рандом, блять. Что за хуйня? Ребята, обеспечьте, пожалуйста, курьера. Лёшка, ну почему ты не поменял, Вась? Спасибо большое. Кого не поменял? Что не поменял? А чё у тебя, Алик? Алик, ну вообще говно у тебя вышло какое-то. Забыл, братиш. Блять, ведь сейчас ты выебываться будешь, то что я, блять, тебя на меди отпидорасил варлоком. Сразу как бы до начала игры говорю тебе, Алексей, иди нахуй, у тебя герой сильнее. Ой, Андрюшка. С каких таких хуёв варлок сильнее? Вот скажи мне. Ну, например, с таких, что у тебя в команде Виномантер и неизвестный может выходить. А у меня, блядь, Панда, Бон Флетчер. Пацаны, у нас сейчас будет стоять караулить. Руны не чекаем, на меде не помогаем. У нас один на один битва. Ну, давай так тогда, ладно. Так пойдет. Ты спокоен? Я согласен. Ой, помогать Лёха. Не буду. Лёха. Чё, Андрюха? Давай сильно не бей только. Да я что? Что так говорит с акцентом? Я с акцентом говорю, у меня есть разве акцент какой-то? Ну, небольшой такой, кавказский. Хачинский? Повеяло грязью, блядь. Заебали хачи, хуй знает. Комары заебали, а хачи хуй знает. Ебать, Лёха, не надо! О! Тут тебе есть что-то? Хотя тут уже все. Лёлик, пожалуйста! Только не в рот! Неплохо. Хорошая птица. Понял, да, Андрюх? Угу, ну, короче, твой герой, моя нет, птица. Не помогал на ему. Мид не ходим, вот это все. Ну, я вот уже расслабился, думаю, сейчас без этого будет. Ну, он это... То есть, эта панда предпочитает фармить? Ну, ладно, я так и понял. Андрюх, ну, заметь, что это не виномансер, там... А... Ну, это приятно, это кентавр, который промахивается станом, это заебись. И он при этом экспу еще у меня своровал, понимаешь? О, дело? Это очень да, важно. Да, ребят, это не серьезно, я как версу, то сейчас в лес пойду с 5 бандами. А он не хочет уйти, да? Я не знаю, что он хочет, Андрюх, но я не контролирую его действия. Да, видно, его вряд ли кто-то его действия контролирует вообще. Но это нечестно будет, да? Или не, честно? Не, да ну не надо, ну лол, ну мы ж у нас ПВП, тут виномансер под тобой стоит в инвизе, Андрей. Понял тебя. Да там внизу вообще 3 человека, там нечего делать. Да лол, ну идите. Кентавр придет. Понял тебя. Я ушел оттуда снизу, там невозможно. То там этот, короче, панда фармит. И передает привет Дреду. Ко мне кентавр пришел. Оп, эй, ла-ла-лей, где вопрос, а где ответ? Блин, вроде и пуш бримастер, а вроде пуш бримастер. Ну, а такое. Че, Лёх, четвертый есть уже? Нормальная линия, Боня с этим. Нет, Рити. С бестом. Что может быть прекраснее, блядь? Они еще дынают. Вот это, походу, единственный вариант у тебя пофармить тут. Не, я такой, да. Смотри, опа, одного спиздил. Второго спиздил. Опа! Там пуш за руну забрал, закинул, смотрите, там на мид все видит. Сделал как надо. И, пуш на мид выходит в спину, слышь? Пуш на мид спину. Да я в тени убиваю, что сдох. Все нормально, все нормально. Хоп, хей, ла-ла-лей. Сенечек, а что это такое, я не могу понять? Что-то хотел, Сань? Зачем ты что-то делаешь? Это же варлок соломит, на него нужно хуй положить, а потом, может быть, что-то придумать с ним. Не-не. Когда он будет менее полезен. Потому что у меня как бы 3 крипа сейчас на меде и вообще все заебись. У меня 4. Понял тебя. А, Андрей, ты на пиджерсе играешь? Нет, я на тине играю.
Против варлока, блядь, солмит, на рандомленного. Настанет мое время когда-нибудь еще. Ты что же на рандомленный? Ну, блядь, какая разница, он варлок с нулем, а я же нет. А кто-нибудь видел? А. Ребят, а что, собственно, происходит? Я могу поинтересоваться? Себе хоть раз накидали. Санечка, ты не можешь нахуй сходить? Не, не мог. Может, удадите нам один на один поиграть? Да, вар этому кентавру скажи твоему, блядь. Ну я прогнал их всех, видишь? Отличная работа. Ну ладно, шо, я так баш. Это Пуджик, это Пуджик. Ну так прибегай вниз. Собери солнце с собою. А не нужно перешь. Ах, хорошо сидит Пуджом, понял, блядь. Понял. Бля, мне нравятся такие ТП. Побольше таких ТП брать. Андрюха, что за руна была? Че увидишь? Мне один хуй с ней некуда бежать. А, понял так. А почему так уверен, что никуда? Отлично, хорошо, игра, Алексей. Хорошо, хорошо. Ну я на мужчину как бы с тобой дрался просто. Ну, понятно, блядь. Да ё-моё! Против этого чини с крипстатом 3-0 еще пофидить надо не забывать обязательно. Ну, ты ж знаешь, я ж псих. Меня вот пришел путь, там что-то это разозлил. Я начал психовать. Че, а можешь как Феррари? Блять, нет, я ж не китаец. Как Феррари, это же не казах. Это в инвизии убить темпларкой. Я могу порейджить еще, Андрю, хочешь? Да, у тебя уже вряд ли получится. У меня не будет хоста, ты не будешь размятый. Есть инвизик у тебя? Ну, да. С базы. А я байбекался? Должен был. Нет, как ты до этого я... байбекался, у тебя кулдаун сейчас. Все нормально. А то я думал. Нет, как... не хиляйся. А то я думал, как это. Блять, ладно, блядь? Ладно, хиляйся, хиляйся, только вроде. Меня не трогай. Ты что-то Пуджик хочешь? Дрюкчу. А, Пуджик, ты где еще наш? Чем ты меня сбиваешь, хилки? Пиздец, да я не понял свою ошибку, вот Рокстар тоже сейчас братиш. Свою ошибку понял. Это Пуджик. Опа. Опа, сэ. Жан Луиджи Хосе. О, Лёх, ты подлетел. Смотри, как удачно получилось. Я же тебе говорю, мы с тобой будем биться на мужчину, Андрюх. Я отступать не намерен. Все, понял тебя. А у тебя руны на эти варды на рунах есть? Нет, лол. Ну, тогда честно получается. Только я смотрю, снизу у тебя там с фейзами, с арбом, сверху, там тоже, пацаны, все нормально. Я, кто у вас? А, я понял, бизнес. Короче, я думаю, нас ждет очень интересная игра. Да, то я хотел это. Эншентов фармлю големом всегда, за варлока. А у вас там, блядь, стаков хуево туча оказалось, и не дали пофармить мне эншентов. Оно не нужно, веришь. Забери солнце с собою. Эта песня посвящалась Пуджу, когда он делал ТП в третьем левеле на Ломае в седьмом. Андрю, будем еще биться? Почему мне что ты, Брюмасик, так боится? Ты выиграешь. Вот ты доебался. Давай биться, Андрюх. Но он думает, что ты его убьешь. Он вот, видишь, даже слайн ушел. Все, все, Андрюх. Слайн ушел? Панда, ты где-то рядом, что ли? Нет, я просто... Слышь? Забери солнце, да блять, я бы тебя один убил, какая нахуй разница. Реген свой в жопу. Я не убил бы один. У меня 6 стиков еще, и на мне хилка висела. Писюн у тебя, маленький. Кентавр просто. Ну ладно. Член, Андрюха. Ладно, панда молодец, конечно. Что за хуйня, блять? Что такое, блять? Пригорает немного, да? Да, че. Когда кентавр на первом уровне приходит, блять, прогонять от крипов, нахуй, это заебись. Блять, ну ладно, я еще раз приду. Ошибочка, я понял. До сих пор остался. Так а чё это, блядь, за хуйта, Андрюха? Надо ебашиться, давай, ну иди сюда. Мы и так ебашимся. Всё, нету атаки, вылезаю уже. Не. Ты подождёшь, да, инвизик? Да. Я понял. Ебашимся, Андрюха? Атака откатилась. Андрюха! Да, у меня инвизик-то тоже откатился. Ебать, ты тут ТП сейф, слышь, у меня? Ну это грамотно. А вдруг я бы тебя уебал бы сейчас? Вдруг меня крит прокнул бы? Вдруг бы у тебя натос, супер крит, мега... Так о чем речь? Да? Да, так и бывает. Короче, не приходите к нам на мид, вы что, конченые? Дайте поиграть нам. Поиграть, дай, Ара! Иди сюда. Порулить, Ора, дай порулить! Шуруди своей духовкой... Блядь, что-то у меня вселяться начинает, нахуй.
Все нормально у вас? Да, вполне, а у тебя как? Лол, да тоже нормально, я просто не могу понять, зачем они так делают. Ну ладно. А что такое-то? Ну вот ты слышишь. Может, тебе просто не нравится то, что ты проигрываешь мид? А кто курит? Зачем вот меня обходишь? Забери шанс с собой. Мне не нужно время. Факер, ты без сапога? Не, я с сапогом. Факер, правильно, главное обманывать. Ну пошли тогда. Командную дотку, раз мы играем, пошли тогда, ребят, играть. Да чё, Лёх, чё ты Команда. Говоришь, что у тебя же очко в огне? Зачем? Ага. Блин, вот если бы Нигма там через клиф Black Hole бы дала. Видели? Ну она может сейчас, я скажу, я сейчас в своем лесу. Ну, в своем лесу под тауром. Не, я к тому, что она могла через деревья, типа, такой Black Hole красиво дать, пока ты там бегал. Могла. А могла не дать, правильно? Они за мной побежали, что ли? Вы за мной побежали, честно скажи. Рывок был. А у меня же инвиз еще есть. Ну так, кентавр. Он умрет, короче, я кинул фоточку там, дроу, проксы. Смотрите. Понял, дроу, проксы. Нормальная такая тракса. Ой-ой-ой. И его горят. Ждать. А у тебя есть парить? Этот? Большой такой. У меня нету этот. А если не врать? А если не врать, тоже нету. Смотри, вот этого можно. А этого нужно, я бы даже сказал. Он приходил, там что-то гангал. Сейчас мы ему по пиздаку за это настучим. Оп. Не-не-не, я понял, что... А крипа, через тини, через тини бей. Shadow Blade. Давай, как пацанчик. Феррари, как Феррари. Андрейк. Бля, сказал, что нет, ну просто мошенник. Так уже есть, уже же есть. Так, мошенник, он и в Африке мошенник, что тут говорить-то? До этого лупи, кого ты лупишь, Альберт? Да, хотелось через крипа плотно. Мужиков насмотрелся, что ли? Это виндранер, а не тракса, а что ты бросаешь какой-то фейк, ну серьезно. Так, второй таур пошел, да, ребят? Ну, я бы сказал, третий. Нехуй на мид было приходить. Сейчас бы стояли с тобой, один на один дрались. Угу. Понял? Сейчас я еще и меку сделаю, блядь. Да выебывались вы, ребята. Так там... Санечку, вы... спасибо скажете потом. А ты нам зашафлил типа из Your Room 1, блядь. Ну и что теперь делать? Что теперь делать? Это ты пропал? Ну, на мид теперь приходить, гангать, что ну, ли, да. Или что? Да, она прикольная такая, пошла на мой лайн, там начала фармить, типа, все заебись. Не знаю, нормальный парень. Да. Мека с меня написал. Ну похуй, пайп сделаю, блин. По пайпу кентавра. Пайп ебану, братан. Не надо, не надо. Так плюнь ты в него, что ж ты просто умираешь? Так он на хосте хули-то. Ну просто бежит, плюнь, вот он сейчас бы сдох нахуй. Чё хочет панда, собственно? Оп. Такой неожиданный, конечно. Здравствуйте. Это... Блять, я не дотянулся, Андрюха, чё тебе пользовал, прикинь? Так а чё, я бы сдох, типа? Ну, он много дамажит, не знаю, может быть и сдох, ну, 300 хп, как ты считаешь? Да не было у тебя 300 там, ты меня лечишь тут. Я тебя не лечу. Ну давай посчитаем, сколько там дамага. 9.45 на 9. Не-не-не-не-не, ну блять, нет. Слушай, ну, а там нормально выходит. Ульты. Там очень много, Андрю, дамага, это ж варлок. Да. В этом его сила. Мужская сила его. Да. А мы на миде собрались, ребят. У меня сейчас голем появится. Будем биться с вами 5 в 5? Да, будем, конечно. Санечек, Вот. Да ну, я ухо чесал. Ухо чесал, отвечаю, ребят. Ой. Вообще нельзя так делать. Андрюх продал нас. Альберт, никого не бойся. Не верь, не бойся. Не прости. А это с ультом, походу, слышишь? Ебать, поссали на меня. Альберт, подставься, Вайс, что ты бежишь? Не надо. Он с ультом, он разводит. Не надо. Андрюха, ну что ж ты?
Да поссали на меня, что я могу сделать-то? Я бежал, тебе донайть хотел. Не, я не хочу, чтобы меня динайли, лучше просто умереть как лев. А, хорошо, хорошо. Рил, сплит! Вот это не надо так делать. Рефракшн, ты есть? А диспел, жарить. Ну, вот так. Смотри, тоже нормальный мунч. Тоже нихуёвый задумка. Смотри, давай сюда. Зачем? Ну, у тебя есть, у меня есть. Ну, можно что? И поесть. Не, забей. С урлоком надо впятером, блядь, ломиться в мид просто. Даже не с урлоком, а с големом просто. Вдвоём. Луная вообще трапы юзает. Нет, луная их нет. Луная хуйня вообще ебаная. Ладно, я тебя понял, чувак. Из трапов. На 11. У них там, ну, они меня видели, там пурш слишком развернулся быстро. Шатаут-то, братаны. Грамотно, братуха. Ёпт. Грамотно, ёпта. Ёпточ. Ля, вот где подкрепа? Альберт, ты идешь, да? Где Энигма? Энигма хуй клала, в принципе, на всю эту ситуацию. Я на ТП приду, еще будет. Нормально топает, вы заметили, да? Так, господин Кентавр. Приехал. Блять, опять кого-то нету. Так, что-то не нравится здесь, мне здесь. Здесь. Живете, молодой человек. Живете, живете. Забери солнце с собой. Бля, я отсюда не пей. Боник. Попался. Не-не-не-не-не. Киллинг спри, блять. Киллинг флор, блять. Трэп, ты трэп не кач, братан? Не, братан, религия не позволяет. Понял. А это что, буддизм? Это. А это вот что за хуйло бежит на меня тут? Я не знаю, это новый вид религии. Блять, кентавр вообще в порядке плей, отвечаю. Да, он это. Очень жесткий вайн тип. О, Андрюха, что ты под бандами, оказывается? Слушай, это что, мне ТП-аут лучше сделать там? Да нет, ТП-аут вряд ли тут. Алексей! Алексей! Алексей, я драки люблю, Алексей! Но я варлок, который хорошо ставит мид, а потом сейчас хуй! Это песня, Лёх. Песня про... У них, по-моему, вообще везде варды. Песня про варлока, который умер 7 раз. Да попади же, блядь! Но ему похуй, потому что он варлок. Андрей. Андрей, кольцо. Что ты делаешь, Андрей? Ну, блядь, почти что в Удота. Какое? Слушай, а что за трэп? Зачем? Ничего себе, какие тут мутки. А можно я хилочку от варлока? Хилочку от варлока? Да, можно, а ты где? А, о, держи. Голые, пацаны, вот сюда. Вот сюда? Да, хули бы и нет. Да если засёшь их всех. Так, я понял. Как-то растянуто ебано, вот если честно, такого не понимаю. Рио, сплит. Жрать, жрать! Альберт, давай к нам, подойди, пожалуйста. Я поадекватнее, ясно. Я дреды чего убивалась. Ну, Альберта получилось, на самом деле, тут не поспорить. Давай типа красный, красный убил попросил. И... Промазал. Плохо все. На вас поссали. И варлок посрал еще. Все очень плохо. Что-то виноматер красивый выходит. Ко этого тоже ебанем и с големом зап... Я не буду кидать. Замедлишь же еще трэп, да? Правильно? Ну, там будет скоро, да. Забей, да. Если что, кину голема. На крайняк. Что, крайняк, что ли? Блядь, крайняк. Крайняк не надо, братан. Не догнал бы я его. Забей. Воу, ой, кто там? Го с големом мид просто сломаю. Я Буджа еще поймал. Вот этого тиника, кентавра, который... Кентавра его ловит. Блядь, ну ребята. Пиздец. Отличное ТП.
братиш. Ну, я там не попал просто. Хорошо, Саш, хорошо. Ты... Ну, вот это плохо, правда? А попал, как ты так быстро-то ударил? Туда, надо. Как ударил быстро? Кто? Сколько кто, плюс быстро сделал? Три или две? Много ударил. Ты там без ульты, слышишь? И на него тавр давайте заберем. Чтоб Андрюшке припекла сейчас попка. Лёха, у меня счет лучше, чем тебя. Да это похуй, братан. Мы ж не на счет играем, мы ж играем на победу, правильно? Ну как искать? Ты на счет плей? Да, у меня стата круче, чем тебя. Пайп? Ни разу в жизни пайп не покупал, наверное. Дайте куру, пацаны. А то я пайп нашел. Не, стата круче, заебись, братан. Тут. О! Слышь, а если мы подойдем, Альфа? А, Галим еще есть? А ты его сам не убьешь, Вась? Ты бы его убил, если бы чай. Нет, тут еще и бис, блядь. Ебень его, Вань. Ебень. Там еще хук есть, не? Ой, что. О, пандусик. Рил сплит. Иди гуру, че за миссия? Ну, пайп нажал виномансер, успел перед смертью. По-моему. Далее, иди лечись, братан. Жди, жди меня, Вася, с Галлемом, придурком, пиздым, как дадим. А может в них покакаешь, Виномансер? Почему ты не какаешь в них? Прямо так? Ну, конечно. Там же, ты же видишь, там Пларка бежит, а ты не какаешь. Очень странно, согласись. Блять, как ты удачно покакал-то на нас. Привет! Они на самом деле все такие, если бы они сами были. Мой тавр. Заебись. Ого, мид, ребятки. Я тебя вылечу, Альберт, давай. Вась, а мне маны надо. Ну, бутыл дам попить. Я очень быстро бы сгонял, короче, ну, типиаут. Давай, хайняй, типиаут, давай. Я как раз слоу пока возьму третьего левела. Давай. Если это говна на самом деле слоу, ульты, виномансерс, кентавры. Так, да, это вроде типа счет равный, на самом деле мы в таком говне, потому что там просто ребята очень мощные. Ну там Альберт мощный, ребята-то так себе. Ну еще 100 ровно. Там вообще не я чувствую, Андрюхе уже попка горит, он уже рассказывает, кто там мощный, кто не мощный, блядь. О. А команда-то моя бежит. Это заебись. А это вранье было. Тебе-то да. На мне-то пизда, но команда-то бежит. Голема, голема не трожь. Голема не трожь. Голема не трожь. Голема не надо. Голема не... Голем-то ни при чем здесь. Высос. А ты чем я его так кинул-то? Лол. Виномансер псих у нас. Ну давай, чё? Кентавр, ну топнец ты, ёбаный гуси, блядь. Я понял. Да бля, ебаное пиво. Тебе БКБ надо. За что вы так со мной? У них КД даст. Что, если есть там что-то, да? Бля, у нас Лига есть, КД даст, отвечаю. Санёчек, Санёчек. О, пивачек. Лол, попал? Завери солнце. Пивом шлёпнул. Хорош, Альберт. Не, ребят, ну даст на кулдауне. Уже пора полить эту тему. А мне больше не греет. Сейчас дизольчик возьму, ребят. Давай. Слушай, я а может ты пошел. Это какой-нибудь там, я не знаю, блять, в Вейл возьмешь, а в Дискорд. Игра же закончится очень скоро. О чем ты, Андрей? В таком случае. Я вот на атаке крипчиков ебень, у меня весело. Не, ну, кто бы спорил. Воу, ребята, в чем, собственно, дело? Ну в том, что стрелы это физический урон. Не, я понимаю, но почему вы атакуете меня? Зачем вы это делаете? Ну вообще я за тауром шел. Понял. Ты просто не в том месте. Попался под горячую руку. Да. Ну сейчас мы дождемся, пока Энигма пофармит. Да, без проблем. Это, ребят, ваше дело, в принципе, можете. Ну все, мы дождемся, сейчас пацан дагер возьмет. И вам пизда, понятно? Да, хорошо. Что-то он должен фармить дагер. Понял. Ну так нечестно. А так тем более нечестно. Лол, ну ты же проперся получается. Не, там. 50 на 50, 50 на 50, ладно.
Она мне больше не нужна. Она меня больше не греет. Не нужно, веришь. Она больше не винегрет. Блять, Андрей, ты почему не фармишь лес? Нужно блэкхоль тогда уже, блять. Ему не кайф, отъебись от него. Там синечки-то быстро на самом деле. Вон и топе пизды дадим. Есть да, такая? Ну глифа нет он. ТП-то есть? Да нет? Есть, но там... Есть ТП. Делаю ТП. Блять, так не понимаю тебя. Да чего ты говоришь, что у тебя нет ТП? Потому что оно в КД было. Ёбаный в рот. Да, красный повысил. Да теперь синий урон. Вась, я бы хуйнул голема в четверых, если бы ты сказал, что у тебя будет ТП. Я смотрел, как быстро падает тавер, они потом что-то отбежали от него. Сальбой ничего не зашел. Зассали, называется. Там какие миссы, блядь. МКБ, сука, соберу. Че, Андрюх, как дела у вас там? Да, не очень хорошо у вас получилось. У нас получше, тут ты прав, конечно. Бля, Алик, ты гонишь, что ли? О, хорош. Нормально. Угу. Инвизы, ты понял, да, Андрей? Варды, вот эта вот вся хуйня. Хе-хе, Андрюх, как это пукло твое? Да нормально, блять, в принципе. Хожу, хуярюсь. А Бон Флетчер, это нормально? Бон Флетчер? Ну, ебать, да, что с Рошаном случилось, пацаны? Чувствуется, там недолго он жил. Кукушка-то, блять, не сходите. Ну, говно. Помолчала, похоже. А Егис, там, вот это все. Ну, Валика пошла игра. Да ладно тебе, Андрюха, расслабься, ну. Леха тащит 5-10. Я ебашу. Почитывая ситуацию на миде, Лех вообще красава. Я ебашу. А какая была ситуация, Андрюха? Ну как, ты очень жестко прососал на миде, потом по кумбеке делал. Прососал писюна у тебя, да, Андрюх? Да. Ты меня отхуярил жестко, да, на миде? В говнину просто, блять. Да. Помнишь, это тоже? Так, да. Помнишь, помнишь. Слышь, а че я не такой, как вы? Вы где это сделали? Блядь, а что делает этот парень? Куда ты, Вась? Нахуя он тебе, братик? Для чего? По-моему, тебя видели. Ладно, давайте пушить Альберт там, пусть бегает. Я понял, там на меня вообще похуй всем. А, не, панда здесь. У господина панды все плохо. Санечек, заканчивай с этой хуйней, потому что так, я буду ну-ка, негодовать. Так, ну-ка, попади, пожалуйста. Хорошо. Пал, пожалуйста. А там мек его же можно? Вот особенно сейчас. Санёчек, не заебывай, ну дай поиграть, блядь. Я даже не смотрю, а где ты стоишь. Где меня не видно будет? Ора, дай порулить! Так, следующего, следующего. А у меня голем будет сейчас. Все нормально, видишь? Ну да. Рассчитано. Ломаем сторону, братишь. Пойдем вторую сейчас со мной ебанем. Да, я голем буду в Санёчка кидать. А Нигма сейчас блэкхол даст, блэкхол сейчас даст. Нигма не желает помочь. Нигма, Нигма, пожалуйста, братишка, ну помоги чуть-чуть. Есть, что они делают? Нигма, где Нигма? Ну куда хукаешь? Так это ему не мешает. Это пиздец, Вася, Нигма, я, блядь, твоей бабушке в закатке срал. Прям в огурцы, когда она их закручивала, блядь. Вань, выкупайся, пойдем пиздить. Вань, ну выкупайся, Вань, хули ты не выкупаешься, Ванька, ёпта. А мы вас наебеним сейчас, напиздишься ты, Андрюша. Вась, так выкупаться было неохота, пиздец. Да чё, манту бери, погнали. Вань, ну чё ты, ёпта, в натуре. Или ты чё ты фармишь? Там руна внизу. Или БКБ сделаешь, заебал, ты их убьёшь всех, блядь. Одну кнопку нажимаешь, они все умирают, то есть. Все, ара, все, все. Понимаешь, все погибают просто.
Олег так не думает, ну ладно. БКБ собрались покупать в такой-то ситуации. Она мне не нужна, веришь. Ну они типа это, нападать хотят на нас. Бля, Алик такой дамажащий. Кентавр вас заебись. Энигма тоже красава. По-моему, поэтому только не выиграли еще. Заходите, бейте, закидывай в рот. Что закидывает, нахуя? Да заходите, заходите. Ну вот, посмотри, потому что я уже тут начал развлекать молодежь. Что, в одного этого кидать, пацана? Ну, типа такое. Так, понял вас. А, не надо. Ладно. В сторону. Бист контролит, смотри, контролит. Я видел, очень жестко. Я честно пытался хуярить, но не пошло. Да. Наверное, потому что крипа не было. Наверное, потому что там темпларка дамажит, как я ебал что. А ты что ебал, Андрей? Я не знаю, вот поэтому я и говорю, я ебал что. Никто не хочет на хуке прокатиться. Тут так не особо. Никто не хочет постоять, блядь, в замедлении. Санёчек. Какой ты неприятный парень. А чё не подходите, ребят? Да тяжело что-то. Саша, угомонись. Ёбушки-воробушки. Саша, отличная работа. Не, ты понял, да? Они бараки хуярят от этого. Да мы и вас нахуярили бы. Вы же стоите, жмёте свой пукан, там боитесь выйти. Так а вы врываетесь, блядь, ещё как лалки. Что, еще хотим идти? Надо вот так вот идти тогда, ребят. Забери солнце с собой. Ой, это какой дрошана. Ой, драка эпичная какая. Ох ты ж, блядь. Че, и ты не попал, что ли? Да ладно. Ебать, нахуй, Андрюх, в ливне. Ключевой момент в игре только что ты въебал своей команде, друг. Да. Как я подливаю, да, маслица опытное ему? В попку в его. Розовую, румяную. Ну-ка, сжечь. Еще одна. А, это Лотар, слышите? Нахуй. Энигма, Энигма, не надо. Санечек же не тратил рот, я понял. Не рот, а это. Скушать. Санечка не занят рот, оказался. Ну, не надо. По-моему, изи раскатали. Всех раскуярил. Своих, чужих, блядь, не ебёт. Сейчас я подойду, парни. И что там ты сделаешь? Ты въёбываешься больше всех. Тащит Алик один, блядь. Да нет, ты чё, братан, под прокастом моим мощнейшим. Мощнейшим араброкастом, короче. Замедло, Андрюха. Ты чего? Я же крипов не добиваю. Я уверен в победе, понимаешь? Ну, понятное дело, когда там, блядь, на 10 минут темпларка бегает 15-0. 15-0. А если не 15-0, Андрюх, а 22-4? Ну, тоже нормально. Кто там не горит? Короче, у Треда горит попа, ребят. Ну, конечно, горит. Нихуя себе не горит. Ты бы вообще уже закончил бы играть, скорее всего, в доту. Ах. Да. Дота. Дота не селёда. Забери солнце с собой. А мне не нужно. Я вижу, там кто-то кто находится. Зачем ты это делаешь, Факер? Я не могу понять. Не, не надо. О, я в альтабе буду вообще. Пожалуйста. А там 24 команды нету, ты знаешь такие истории. Факер, ты мне не нравишься, если чё. Ну, чтоб блядь. Ты знал просто. Факер, все нормально. А то так. Все заебись. Такая ситуация, что я альтабнулся почитать там чатик, не чатик, а ты меня взял. Нет, ну ты в следующий раз предупреждай просто. Все, хорошо. Типа реально мы же не знали. Не, ну вообще да. Купите Dust, плиз, народ. Кто-нибудь. Купите PLZ Dust.
Ребят, ну пожалуйста. Ну, ребят. Спасибо большое. Спасибо большое. СПС. Че, реально выиграть собираетесь, что ли, Андрюх? Ну, я не собираюсь проигрывать, как минимум, просто так. Ой, мертвец, блядь. Ну-ка, пойдем, ребятки. Ну, почему сразу мертвец? Сейчас соберу волю в команду. Волю команды к победе, ребят. Собираю. Вот, собрал. Молодец, Альберт, надо похвалить. Пивасик не работает уже. Ебать, ты бешеный. Альберт, ты бешеный? Альберт, ну судя по всему, да. Unreal. Ну это Unreal. Unban Барселона. Пойдем, ребят. Кто меня кроет уже, блядь. Вот так. Пойдем? Так. Так. Это он, наверное, как-то он вот так вот показывает, скорее всего. Скорее так. Всего, да. Так. Пойдем? Так, ну шо, где вы есть-то, блядь? Не видишь? Да, шо, не видишь, что ли, где мы, Андрей? А, все, теперь вижу. Ну, здесь Бонфрачер бегал у нас. Олег, ты единоличник, что ли, я не могу понять. Не-не, вообще нормально. Олег, Сол, ты не вольтаби? Что ли, хочешь здесь? Не, я не вольтаби, можешь... Олег, если хочешь здесь убивать, то не надо, пожалуйста. А, здесь убивать. Можешь меня и бенить, Пакер. Ладно. Могу, да? Можно, можно. Не, блядь, я знаю, да я даже БКБ вы на меня два ульта потратите, блядь, ну вас я не потрачу, нет? Нет. Серьезно. Главное вовремя остановиться, все грамотно. Успеешь меня выстрелить, я либо нахуй, если я даггер не успею прожать. Давай. Хорошо. Давай. Ой, я испугался хука на самом деле. От ну, ладно. Пуш, пацаны, от пуш. Все, уже нет даггера, факер. Уже аннулирована сделка. Да. Давай блэкхол меня. Лёшка, ну пиздани голема, Вася. Да пиздану, братан. Только... На, Вася. Как пиздану, мощно? Опа! Попался. Кончи. Пацаны, скажу по секрету, у вас там тавер горит. Да, это никому ни для кого не секрет, у нас там база вся горит. Ни для кого не секрет. На, нахуй, льду. О, Альберт. Приплыл. Ребята, ну все вроде заебись, так вот барак. Да, нет, ну давай, куда ты, Влад? Так не стрёмное, что мы даже не на расслабончике их пиздим. Вот это блэкхол. Так. Понял, да? Ну как, с какой стороны бы подойти? Хорош. Дыхим, 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 барак. Голем. Ребят, тележку вот этих всех крипов убейте, пожалуйста. Ага, красиво, красиво. Задинайте барак уже, нахуй. Вот так всегда, блэкхол есть, а дымак нет. Ну согласен с тобой полностью, пиздец, донные с тобой ребята играют. Пиздец, ты кач-кач, там собрал арты. Блэкхол есть, а дымак нет. Хуйня какая-то. Да. Говно ебаное. Ребят, я тут барак клею, вы не против? Клею. Носы на него, носы! Заклюй. Блять. А, задинайл. Все, понял, задинайл его. Все, пошел, ребят. Как ты клюешь, если у тебя дамаг нет? Нахуй надо, говорит барак. Дамаг нет, а блэкхол есть, а дамаг нет. Ебаный ужас, ребят. Помедленней, помедленней, блять. На, блять, деревом поебало. Вот тебе дамаг, блять. Он написал в тимчат, пускай смеются с мегакрипами. Уебки. Вот так вот вам. Уебки это я от себя добавил. Да. Нет, 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 нет. Ну, блядь, так, не догоришь, ну, сука. БКБ принес себе, да, только что? Да. Хуёво. Да, БКБшечки, всё как надо, короче. Андрюха. А. Ну ты чё там, всё, питаешь надежды ещё победить? Да не особо, на самом деле, я уже не пытаю надежды, просто как составы увидел. А что за ростер, Андрюх, тебе не нравится, что ты с Санёчком и с Фак? Да не, заебись, почему нет? Я с кем? Смотри, у меня ростер какой, Альберт и новый Мервин. Ну ладно, парень. Это я спизнул, но вот насчёт как бы после... Что, спизнул, да? После того, как увидел, что на середине стоит против меня, я уже понял, что здесь говном попахивает. Лишнего спизданул, Андрюх. Да. Скажи, немного. Нахуй иди, Саша. Бля, надо ТП пойти купить.
кто без спасы пропал. А, или мы до конца? Мы, конечно, до конца, мы сплит-пуш, смотри. Сейчас я такой пойду, а куплю еще. Ты пока ломать? Впитывай, давай вот это ломай, ага. Трон ломаете? Все нормально? Да, да. Давайте, кто быстрее трон, давайте поспорим. Кажется... Подождите, не бейте трон, не бейте им трон. Мне кажется, они быстрее, чем мы. Не бейте, дайте пацанам. Да, пацаны, блядь, зачем? Надо, не, короче... ну какой, давайте смотри. Вы не будете бить, а мы будем бить. По-моему, это нормальная вот идея. Ладно, признаю. Признаю, хуйня получилась какая-то. Алекс, смотри! Отхуярить беста надо, вот что я понял. Не, ну мы старались, ну вот честно, да? Нихуя себе. Ребят, ну... Поздравляю. Просто с преимуществом в один фраг вы выиграли. Андрюха, это было очень легко. Ну. Я играл одну. А, Лола, у меня почему-то Энигма в муте. Я и не вижу, что она мне пишет. Сомневаюсь, Алексей. С учетом даже того, это не после того момента, когда он меня бросил, как суку, помирать. У вас здесь...